Здравствуйте, дамы и господа, мои дорогие, любимые зрители. С вами Дмитрий Трофимов, это я. Вы находитесь на моем канале. И сегодня тема называется «Как усилить свою уверенность? 100% рабочий способ стать увереннее». Это всего лишь одна методика, но если вы эту методику будете включать повсеместно, если вы затренируете это у себя и внедрите как привычку, то есть вы не сможете без этого жить, да, то есть это автоматически будет у вас включаться, ваша уверенность 100% станет лучше. Ваша уверенность 100% прокачается. Это вот, вот знаете, вот иногда есть вот такие техники, которые думаешь, блин, как до этого сам не дошел, да? Вот как это вообще? То есть это до такой степени простая методика, но она реально дает столько вам ништяков, да, столько дает уверенности, что кажется, блин, почему до этого раньше мы не додумались. Окей, что это за методика? Ребята, будьте, пожалуйста, внимательны. Если я за рулем автомобиля, это не значит, что я сейчас такое рассуждаю, потому что мне скучно, потому что я хочу просто что-то рассказать. Нет, это реально крутая методика. И не важно, где я ее рассказываю, вам нужно ее записать, записать и начать делать, отрабатывать каждый день. Все просто. Методика заключается в том, что вы держите подбородок на уровне горизонта. И все такие, что, и это все? Да, это все, ребят. Так банально, так просто. Но эта штука работает как часы, да? Она реально включает вашу уверенность. Подбородок не надо выше уровня горизонта. Нужно на уровне горизонта. То есть подбородок должен быть ровно. И когда вы держите подбородок ровно, вы фактически не видите, что у вас там происходит внизу, да, с вашим телом. Значит, вы подбородок держите правильно. Самый лучший способ затренировать это сначала подойти к зеркалу, посмотреть, когда ваш подбородок находится на уровне, да, на уровне. Запомнить это состояние, убрать зеркало и вот с таким подбородком, убрать зеркало и ходить по комнате, да, подбородком на уровне горизонта. Просто привыкните к этому состоянию, запомните его без зеркала и старайтесь отрабатывать. Чувствуете, что что-то не так, опять подходите к зеркалу и опять стараетесь держать правильно подбородок, опять запоминаете это и опять же отрабатываете дома. Потом выходите в общественное место и делаете то же самое. И самое главное, да, держите подбородок, насколько это возможно. Напоминайте себе об этом, поставьте напоминание в телефон, но держите подбородок на уровне горизонта. Давайте еще несколько нюансов, которые очень важны. Во-первых, этот навык у вас строится, ну, где-то за недели две, а может быть за три, а лучше за 4 недели, если вы будете отрабатывать, у вас 100% этот навык строится. А когда вы начнете держать на уровне горизонта, если раньше у вас подбородок всегда был вниз, у вас может появиться такая мысль, что вы стали какой-то высокомерный. Но это неправда. Вы держите подбородок на уровне горизонта, следовательно, вы не становитесь высокомерным, вы становитесь уверенным. Потому что если вы выше поднимаете подбородок, да, вы высокомерны, но если вы держите на уровне горизонта, вы не высокомерны. Еще один важный нюанс. Ваши друзья, которые привыкли к вам, что вы не уверены в себе, может быть, какие-то знакомые, может быть, это коллеги по работе, может быть, это начальник, может быть, это родственники, неважно. Они могут сами вам говорить, что ты какой-то стал слишком высокомерный, ты смотришь так с меня свысока. Ребят, если вы держите, запомните правило, если вы держите подбородок на уровне горизонта, вы не высокомерны. Это просто люди привыкли, что вы были не уверены в себе. Им это было выгодно. И поэтому они хотят вас затащить обратно в эту неуверенность. И они пытаются каким-то образом, да, на вас какие-то там зацепить образы, что вы там какой-то не такой, что вы стали высокомерным. Но нет, ребят, вы не высокомерны. Вы действительно держите подбородок на уровне горизонта. И этого достаточно, чтобы почувствовать вот эту самую уверенность. Поэтому не обращайте внимания на мысли, которые вас атакуют в вашей голове и говорят, что ты какой-то слишком какой-то, или я там слишком какой-то такой, слишком крутой, или меня там изобьют, да. Не верьте, это неправда, да, опять же, остановите эти мысли. И второе, если вам кто-то говорит, тоже не обращайте на это внимания, продолжайте держать подбородок на уровне горизонта. Окей, вы можете даже провести эксперимент, очень такой показательный эксперимент. Идите в общественное место, где есть поток людей. Держите подбородок ниже уровня горизонта, ну, то есть опустите голову, опустите, и ходите в потоке вот этих людей. Посмотрите, как люди будут на вас реагировать. А кто-то будет вас не пропускать, скорее всего. Они могут вас как-то толкать, вы будете обходить людей. Но как только вы подбородок поднимете, ну еще и плечи расправите, то автоматически почему-то люди начинают по-другому к вам относиться. Потоки людей. Это незнакомые люди. Соответственно, если, конечно, вы не конгруэнтны, ну, конгруэнтно означает, что вы неестественны, да, может быть, вначале это не будет происходить, но чем больше вы тренируете вот именно подбородок на уровне горизонта, тем больше люди понимают, что вы уверены в себе, ну, что с вами все хорошо. Ваше состояние, кстати, тоже меняется, когда вы
подбородок держите на уровне горизонта. Вы реально становитесь увереннее. Это не просто показуха, да, потому что некоторые, опять же, почему-то думают, что если Дима дает какую-то методику, дает методику по поведению, кто-то может сказать, типа, ну, я же очкарик, я знаю, что я не такой, я не хочу обманывать людей, внутри-то я знаю, что я не уверенный. Нет, 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 ребят, все очень просто. Вы держите подбородок постоянно на уровне горизонта, и ваше внутреннее состояние со временем начинает меняться. Если ваше меняется тело, то и ваше внутреннее состояние начинает меняться. Именно так это все работает. Мальчишки и девчонки, я надеюсь, вы записали это все. Все записали, все, что сейчас вам сказал. Это, опять же, напоминаю, важная информация. Не важно, что я сейчас это снимаю видео в машине. Не важно. Важно, что я передаю им очень качественную информацию, которая реально работает. Затренируйте это, и вы почувствуете результат. Вы почувствуете, вау! О, о, меня прет уверенность. Что это? О, поперло. Напоминаю, у меня есть страничка ВКонтакте, у меня есть паблик, у меня есть Телеграм, у меня есть Инстаграм, у меня есть Ютуб. И вы же подписались. Подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий. Напишите комментарий, как вам эта методика, что вы думаете про эту методику. А делали вы что-то похожее? Напишите это все. Я внимательно прочитаю ваши комментарии, ну и, конечно же, отвечу. И, может быть, какие-то комментарии я возьму, и будет еще какое-то видео по этой же теме. Друзья мои, я желаю вам хорошего настроения. Как всегда, по традиции, 10 миллионов долларов. И пока-пока. Вау! Вау! Меня прет уверенность. Что это? О, поперло.